Ребята наносят мешковый декоративный штукатур с резикой 174 на фасад дома. На ту стенку уже нанесли только что. Сейчас наносят на эту. Полок от дождя. Наносится металлической теркой, пластиковый затирается. Работают вдвоем. Чтобы не было стыков у двух захватов. Видите, первый этаж прогрунтован. И как это выглядит вблизи. Колорадо один цвет. Наносят металлическую терку, пластиковую затирают. Вот идет работа. Пластиковый производится затирание. С той стороны, видите, она нанесена несколько дней назад. Рабочий выдавливает так называемую соплю. У вас сборная команда. Кто одет в церезит, кто в основит, кто в баумит, кто в мурексин. Первый раз жестко протирается, а потом уже мягко, чтобы песчинки поставить на место все. Затирание мешковой декоративной штукатурки. Первый раз жестко продрали, потом уже мягкими движениями. Приглаживают. Сажают песчинки на место. Наверху нанесение идет. Находимся в стесненных условиях, на лесах, под пологом от дождя. Поэтому не совсем удобно, не совсем комфортно. И снимать и наносить.
Ребята в три погибели. Работает. Ребята, замечательное формирование фактуры, заглаживание идет. Здесь еще нанесение. Всегда самое сложное — это откосы, углы, чтобы сопли разогнать и прижать хорошо. Края. Ложкой всегда делать проще. Гони и гони. Сразу заблокируют на Ютубе. Пластиковой теркой ребята затирают камешковую декоративную штукатурку. Вначале круговыми движениями сильно, а потом касание. Покажи, как ты прям терку держишь. Ласково, нежно. О. Видите, между средним и указательным пальцем. Для того, чтобы скользило. Ласково и нежно. Как женщину ласкаешь. Против часовой, не забывай. Все только против часовой стрелки. Имеется в виду декоративную штукатурку. Заканчиваются работы по утеплению отделки фасадов. Ребята наносят камешковую декоративную штукатурку. Церезит СТ-174.
два цвета, Колорадо один вверх и Техас 4 низ. Сейчас наносят декоративку, наносят металлической теркой, пластиком затирают. Вот первый этаж, вот там второй. Между этажами на декоративные элементы напылением нанесена декоративная штукатурка белого цвета. Температурно достаточно шов угла. Камешковая декоративная штукатурка. Как видите, фасады уже покрыты кварцевой грунтовкой. Церезит СТ-16. И будет силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ-174. Фасад утеплялся пенополистиролом 150 мм. Видите обрезки. Цоколь экструдированным пенополистиролом 100 мм. Вот таким зашкуренным. Подписывайтесь. Звоните, задавайте вопросы.